Как готовитесь к выступлению субботнему? То есть как начинается ваш день? Сколько вы проводите часов за репетициями? Мой нынешний график никак не отличается от моего обычного, потому что я всегда начинаю день с тренировок, с хореографии и с вокальных упражнений, занятий. То есть, в принципе, мои друзья говорят: почему ты с нами не гуляешь? Ты постоянно как будто готовишь себя к чему-то. К чему ты себя постоянно готовишь? Я говорю: ну, просто к профессионализму готовлю себя. Поэтому единственное отличие – это то, что мы решили поставить немного хореографии. Я очень люблю, на самом деле, танцевать. И на сцене тоже это здорово, я использую эти моменты. Но не на концертах, у нас достаточно такая, как бы, ну, туда как бы не очень уместна хореография к нашей музыке. Но на таких шоу, как Евровидение, в принципе, это оправдано. И я в восторге от того, что мне удастся потанцевать. Со мной очень крутой парень из группы «Казаки» будет танцевать на сцене. И я думаю, что это будет очень интересно. Кто хореограф? Артём Лазарев.